Французский Burger King в честь Хэллоуина выпустил жуткую рекламу, которую сделал с помощью нейросети. Для рекламы выбирались страшные и жуткие изображения. Да, на самом деле изображения реально очень неприятные. Вот эти вот вшитые в тело бургеры, несколько языков. Это выглядит действительно омерзительно. Причем, понимаешь, можно сделать, как они делали несколько лет назад в Америке, когда... Роналд Макдоналд заходит в такой страшный клоун, да, из Макдональдса, заходит в Бургер Кинг и просит Whopper. Это была прикольная реклама американская. А это, ну, прям отвратительно. Это не вызывает у тебя чувство аппетита. Я от этого не захотел зайти в Бургер Кинг. Я не угарнул с этого. Это просто неприятно. Как ты к таким изображениям относишься, напиши в комментариях, но для меня это прям вообще фу.